Канцелярские принадлежности и наборы для творчества нуждающимся может приобрести каждый житель ЕАО. Благотворительная акция «Портфель добра» начнется 1 августа. О подробностях социального проекта рассказала в эфире Авторадио Биробиджан уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Ирина Пинчук. Главная ее цель – помочь нашим семьям собрать или подготовить ребят к школе, вручить им необходимые там канцелярские принадлежности, портфели. Благотворительная акция «Портфель добра» проходит во второй раз. Ее организаторами являются медиахолдинг «Рея Биробиджан» и аппарат уполномоченного по правам ребенка в автономии. На помощь нуждающимся у жителей области есть месяц. Основной этап акции продлится с 1 августа по 1 сентября. Все собранные средства и канцелярские принадлежности будут переданы школьникам. Но срок проведения проекта могут продлить. Если будут желающие и акция продолжится и в сентябре, то мы, конечно, не откажемся от этой помощи и потом обязательно довезем, вручим, доставим семьям вот ту помощь, которая придет или которая в рамках этой акции будет собрана. Подробнее об акции и полную запись эфира на Авторадио Биробиджан смотрите на сайте reabir.ru. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Новости 21.